полное описание и точки выхода 6 и 7 серии нового сериала «Казачок». 6 и 7 серии сериала выйдут на ТНТ 3 апреля. В новых сериях мы увидим, как Степа с друзьями находит Исаула Говора в плену у поляков, которые готовятся его повесить. Назару удается убедить всех, что Степа польский шпион, и ему снова грозит опасность. Теперь от самих казаков. Степа пытается расстроить венчание Аленки с Назаром. У него есть доказательства, что среди казаков польский шпион. И теперь Степе вместе с Иваном и Никитой предстоит пройти испытание, чтобы стать настоящим казаком и получить право отправиться на битву за Москву. Но ребята решают иначе. 6 и 7 серии сериала выйдут в эфир 3 апреля. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.